Бишкеке массово увольняются водители троллейбусов. Оставшаяся часть грозится уйти с работы, если им не повысят зарплату. Сейчас они зарабатывают в среднем 22 тысячи сомов, но этого, по словам водителей, ни на что не хватает. Они требуют повышения до 60 тысяч. В троллейбусном управлении говорят, что готовы повысить зарплату до 50 тысяч сомов. Часть водителей считает, что этого тоже мало и хочет уволиться.